Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Привет всем любителям и поклонникам футбола! Говорит и показывает Нижнекамск, стадион «Нефтехимик». Прекрасная панорама ночного города на Каме. И все практически готово у нас к началу. Свисток от арбитра, от Антона Анопы. И поехали, как говорится. Емельянов на Шоркина, и тот сразу вперед. Не очень удачно. Ну а теперь переходим к составам. Далее Максим Шоркин, номер 16-й, Роман Денисов, 29-й удар. Кокоева! И на месте голкипер гостей. Кокоев хорошо сейчас пробил издали, неприятно, но здорово-здорово вратарь Тюмени сыграл. В очень правильной позиции он находился, большого труда не последовал. Удар какой! Ох, ответ от Тюмени-то! Ну, прям разразились команды. И это уже сейчас Порохов через себя или Татаринов. Кто из них? Ну, повтор ждем. А даже если ты не пройдешь там дальше, ты же все равно занял третье место. А вот тут хорошая передача. И Матвей Першин, 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 Першин! Першин мог сейчас стать вновь героем, но его удар прошел мимо ворот. Ну, а какая передача-то была? Вот это надо тоже, конечно, отметить. Да, очень вкусная. Команды и футболисты, да, такие эпизоды эмоционально встречают. Здесь еще один момент может быть. А вот тут уже пенальти. И здесь с арбитром я все-таки согласен. Каратаева подтолкнул сейчас какое в спину. Хотя сам Давид сейчас на газоне находится. Держит за руку, за ногу точнее. Но тут без вопросов. Без вопросов. Давайте смотреть. Ждем свистка, ждем команды от арбитра. Вот он и прозвучал, этот самый свисток. Разбег, удар. И по углам разводит вратаря и мяч футболист Тюмени. И 1-0 становится счет. Ну что, Порохов. Порохов забил. Здорово, своим шансом воспользовался. Ну и сам момент, да, сама атака была очень интересной. Перед этим, в принципе, звоночек для нижнекамцев такой тревожный прозвучал. Ну, знаете, так с трудом он двигается. Ой-ой-ой, момент, удар и гол! Это 2-0! В десятером Тюмень забивает. И мяч в ворота нижнекамской команды Виталий Шитов сейчас отправил. Классная атака у гостей получилась. И Шитов, ну, буквально расстреливал Андрея Голубева в этом моменте. Вот здесь хорошо нашел Кахидзе. Но сразу на Кахидзе выдвигаются. Удар! Вот это было уже прям по-настоящему неприятно. Ну и браво, браво Любакову. Егор вытащил сейчас. Повтор сейчас посмотрим. Кахидзе, ну, обработал, да. Еще один заброс. А Галаков удар! На месте. На месте голкипер Тюмени. В принципе, можно даже что-то придумать. Передача. Подача в штрафную. Удар головой даже последовал. Вот тебе еще один шанс. Вот тебе еще один момент. Быстро Голубев. По крайней мере, Аланию точно догонит Тюмень. И даже на второе место, в принципе, может выйти момент. Здесь нет. Вновь на выходе голкипер Тюмени. Здорово. Наберет Тюмень 29 очков. Столько же у Алании. Ну вот матч Динамо Махачкала-Химки идет. И там 45-я минута. 0-0 пока. И блистательно гости сыграли в обороне. Емельянов на коротке с Джамиловым. Нет, не получается ничего. И звучит свисток. Тюмень одерживает победу в Нижнекамске. И добывает очередные 3 очка. Ну что, поздравляем гостей с этой победой. Илья Порохов и Виталий Шитов у нас отличились в этом матче. Порохов с пенальти, Шитов с игры. На этом все. Всем пока. Берегите себя и своих близких.